знаете, сегодня очень актуально новые направления в хореографии, но все, кто сегодня в этом зале присутствует, знают, что Сергей Юрьевич – народник, и самое главное, Сергей Юрьевич, ваше увлечение – это степ. О степе будем говорить так. Молодой участник ансамбля «Гербомаец» Азаров Серёжа вернулся с рядов Советской Армии и предложил, а почему бы нам не заняться чем-то таким эксклюзивным, чего нет в Бердянске. Мы начали с ним работать над, скажем, ритмической частью. И, естественно, чтобы присутствовал какой-то сюжет, мы сделали около 5 номеров именно на основе степа. И поняли, что это пользуется успехом в Бердянске. Мы работали в увеселительных заведениях, также участвовали во всех конкурсах, которые проводились на то время в Бердянске, занимали призовые места. Во время занятий мы занимались там наверху в танцклассе, был участник «Первомайца», а также сын нашего работника Дома культуры и Калинина и Софита Валерия Ивановича Кожева, Артем Кожий, который тоже начал изучать азы. И на то время он поступает в Кишиневскую академию искусств, и там попадает замечательный ансамбль, который именно на профессиональной основе занимается степом. Он этого набрался, нахватался, хорошо усвоил. И каждый раз, приезжая на каникулы, все время передавал мне какие-то кусочки, какие-то сбивки, научил меня, мы даже опять же сделали с ним отдельную программу, выходили на площадь возле Львов и возле эстрады, тоже, так сказать, прямо на открытой местности зарабатывали в то время. Потом сделали мы общую программу, уже на то время у меня появились такие ученицы, как Патриция Станишевская, Люда Самборская, Вера Железняк, целая танцевальная группа Женечка Латышева, Юлия Федорова, Валерия Терехова, Екатерина Воробьева. И девочки очень хорошо били степ, и мы сделали вот такую общую программу джазовую. В общем, вот такой у меня опыт со степом, который и в данное время молодые люди... Очень молодые, очень замечательные. Молодые. Это единомышленники, Сергей Юрьевич, ваши, да? Верно. Сегодня, дорогие друзья, на этой сцене вы увидите прекрасное трио. То есть степ, он соединяет. Я еще добавлю к этому степу. Разрешите мне пройти. Сейчас вы увидите один последний номер. И в этом номере участвует Игорь Древецкий. Можно вас, Игорь Иванович, на минуточку. Игорь Иванович, у которого буквально на днях тоже юбилейчик небольшой. Пятерочка с пятерочкой получилась десяточка. Я тебя от души поздравляю с днем рождения. И хочу особо еще поблагодарить Валерия Васильевича, пожалуйста. Валерий Васильевич... Не будем стесняться, полностью 69 лет. Это то, что я говорил, который передал мне репертуар «Первомайца», с которым мы по жизни все время дружим и продолжаем дружить. Честно скажу, Валерий Васильевич сподвиг меня на этот номер. Это все ты. А сейчас я еще спасибо и продолжу последнюю фазу по степу. Сегодня такая нагода, вот этим туфлям 37 лет, которые со мной прошли, как говорят, и Крым, и Рим, и они работали и на асфальте, и на деревянных неровных покрытиях, и просто на земле пытались выстучать этот. Сегодня им даю заслуженный отдых, тем более мои друзья постарались и сделали мне вот такой шикарный подарок. И сейчас вы увидите этот подарок в работе. Встреча друзей на сцене Валерий Сулименко
Игорь Древецкий, Сергей Белов.